Дане си человечество соочи с новыми глобальными грожнями, включно с международным терроризмом. У некоторых державах деянска двига главу неонацизм, тер другие неварны радикальные силы. У таких размерах морамо заведати науки Другой световной войны, бронить с годовинскую ресницу ненних догодков о традициях вояжского товарищества и духу завязничества в скупном бою против фашизму. То есть наша моральная должность и нуйна потреба. Сгодовинская ресница сдружує целотна дружбу, облікує вредностне темені за недальний развой, служи крепитві заупання, разумевання на содолювання між державами і народами.